Цены под контролем. Чиновники региона следят за тем, чтобы стоимость продуктов питания не повысилась. Под контролем сельскохозяйственные ярмарки. В эти выходные они прошли на Театральной площади, рынках в поселках Солнечный и Юбилейный, а также в заводском районе Саратова. Сколько можно сэкономить на продуктах, а самое главное, где, расскажет наш корреспондент. От покупателей отбоя нет. На сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный очередь за продуктами с самого утра. Это не случайно. Цены на рынке в разы ниже магазинных, поэтому многие жители предпочитают совершать покупки именно на этом рынке. Но я все время езжу на рынок в Юбилейный за продуктами. Здесь гораздо дешевле. Нормальный продукт, свежий, хороший. То есть и капуста, и моркошка, и свекла. Все это хорошо, дешевле, и яйца дешевле. Молочные продукты, мясо, овощи. Большинство этих товаров на сельскохозяйственном рынке саратовского производства. Алла Сорокина привозит сюда свою продукцию из Новобуратского района. Говорит, хоть и не близко ехать, но выгодно. Здесь предпринимателям бесплатно предоставляют места для торговли. Поэтому и цена на продукцию ниже. Цены очень ударили по людям, цена подскочила. Вот. Но тем не менее, у нас считается самый дешевый рынок. В городе порядком на 100 рублей цены дороже, чем у нас. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, цены на рынке остаются приемлемыми. Стоимость продуктов здесь контролирует Министерство сельского хозяйства региона. Так, цена на мясо в зависимости от категории от 180 до 350 рублей за килограмм. Домашних кур – 180 рублей. Литр молока – 32 рубля. Выгоднее на рынке приобретать и сыр. Если в магазине его цена превышает 500 рублей, то на рынке чуть выше 300. Но регулировать цены правительство области может лишь на товары местного производства. Вот на этих четырех точках цены рекомендованы. То есть мы предлагаем, не хотите по этим ценам торговать, не приезжайте. Мы производим сыр свой, но мало. Это в основном это энгельское масло сыр-база. Вот они в этом году должны запустить, мы надеемся, что они запустят новое производство, производство твердых и полутвердых сыров. Мы себя не обеспечиваем сыром, мы себя не обеспечиваем рыбой, мы себя не полностью обеспечиваем мясом говядины, мясом птицы и фруктами. Вот это наша больная, вот прям наше больное место. Подобные ярмарки в нашем регионе проходят на четырех торговых площадках. На Театральной площади, рынках в поселке Юбилейный и Солнечный и в заводском районе. Купить товары по сниженным ценам можно здесь регулярно. А в ближайшее время в городе планируется открытие еще двух сельскохозяйственных рынков. Александр Филин, Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.